Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Крестовых походов, их никто не называл крестовыми. Это называлось отправиться в Святую Землю в целях освобождения гроба Господня. Как утверждали католические священники, участие в таком мероприятии обеспечивало освобождение от всех грехов. В 1199 году папа Иннокентий III призвал христиан принять участие в четвертом крестовом походе. Однако он завел их куда-то не туда. О том, что такое был четвертый крестовый поход и чем он закончился, мы поговорим сегодня с историком Алексеем Юдиным и журналистом Станиславом Мининым. Здравствуйте, господа. Добрый день. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Института дружбы народов имени Патриса Лумумба. Стажировался в католическом университете города Неймингген, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Член Папского совета по делам верян. Станислав Минин родился в 1981 году. Окончил Центр изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. Занимается историей церкви и историей религии и культуры в средние века. Журналист, работает в независимой газете. Крестовый поход или вселенское безобразие, как это еще назвать? Начали вроде бы за здравие отправиться в Иерусалим, освободить, как всегда, гроб Господень, всыпать какому-нибудь Саладину. По ходу дела. По ходу дела, да. Ну вот почему-то случайно 13 апреля 1204 года между делом завоевали Константинополь. Мне очень понравилось, как вы, кстати, сказали, про вселенское безобразие. Если так вот спроецировать исторически, то действительно попадаем как бы в область вселенной, ойкумены, да, ну, Римской империи, времени, да, Восток, конечно, и Запад. И действительно, то, что произошло, даже в этих терминах может быть названо четко вселенским безобразием. Ну, Ватикан же попросил в 2004 году прощения за Константинополь. Да, папа действительно во время своего визита в Грецию произнес эти слова, именно имелся в виду четвертый крестовый поход, разграбление Константинополя. И это действительно прозвучало очень к месту, хотя, понятно, да, сколько веков спустя. Да, каких-то 800 лет, не более. Если вспомним опять про вселенское безобразие, то именно это событие, разграбление Константинополя крестоносцами, считается, по сути, датой, ну, некого раскола. Долго спорили, где вот эта самая пресловутая дата раскола, когда? 1054 год, да? Да вроде бы ничего не произошло существенно. Однако 1204 год была та дата, которую греки помнили всегда. И потом освобождение Константинополя от крестоносцев, падение Латинской империи, 1261 год, это день, в общем-то, греческого торжества. И до сих пор и в национальной, в исторической памяти, и в церковной, заметим, греческой церкви, эта дата всегда отмечается. Конечно, вот эта дата, 1204 год, она рассматривается как некая такая milestone, такой знак определенный. На самом деле этот раскол фактический, он накапливался и после 1054 года, и не только на межцерковном уровне, но и на уровне общественно-политическом, скажем так. Тут достаточно вспомнить второй-третий крестовый поход. Фридрих Барбаросса после ареста послов византийским императором велел своему сыну
одному из своих сыновей, оставшихся в Германии, добиваться от папы разрешения на крестовый поход против Константинополя. Второй крестовый поход, опять же, конфликт между немцами и византийцами. Кроме того, да, вспомним императора Андроника Комнина, который смог укрепиться какое-то время у власти после того, как он устроил погром в латинских кварталах Константинополя. То есть у Запада это накапливалось. Венецианских преимуществ. Да. Давайте все-таки вернемся в 1199, когда папа Иннокентий, как это принято, провозгласил на съезде высшей церковной элиты необходимость сходить в четвертый крестовый поход. Но все же начиналось-то хорошо. Ну, По сути. Заметим, это был центральный лозунг его понтификата. Он с этого Естественно, начинает. Да, конечно. И вроде все правильно. Давайте, ребята, соберемся. И силы, которые были представлены, в общем, были достаточно велики, чтобы осуществить это мероприятие в очередной раз. Там, военный туризм в землю обетованную. Тут ведь существенно, что второй, третий походы, они считаются такими провальными, потому что в них участвовали особые, которые занимали троны Франции, в Германии, императорский трон в Англии. А здесь же, в четвертом крестовом походе, принимали участие лучшие мужи из тех, которые не носят короны, как говорится в латинских хрониках, описывающих это событие. То есть это были графы, бароны, скажем так. Марграфы, да, маркизы. И считалось, что это будет лучше. Кроме того, не будет конфликта между французами, англичанами, немцами. То есть там в основном были представлены то шампанцы, бургундцы, то есть некий такой единый конгломерат фландро-французский. Это интересно, что первый отклик находит как раз в французских землях. Шампань, Бургундия, Фландрия. И именно эти мужи, да, некоронные, как раз составляют вот это ядро, инициативную группу. Начало этого похода, подготовки к ней считается турнир в замке Экри, в шампанском замке Экри, где крест от странствующего проповедника Фулька из Неи принимают граф шампанский Тибо III, который так и не сходил в четвертый крестовый поход, и граф Блуа и Шартр Луи. Оба приходятся родственниками, и, если я не ошибаюсь, и Филиппу II Августу Французскому, и Ричарду Львиное Сердце. Это происходит 26 ноября. Вообще все события, связанные с инициацией крестового похода, почему-то приходится на 26 ноября. Первый поход был провозглашен тоже 26-го. И потом потихоньку эта машина начинает раскручиваться. То есть сейчас они уже продумывают, как, где нанять суда. Потому что сухопутные путешествия, они себя как-то не оправдывают. Совершенно непонятная ситуация на Балканах. Проще добраться по морю. И, соответственно, формируется группа участников и прорабатываются идеи, где нанимать суда. И здесь начинается, собственно, наверное, самое интересное. Которых происходили участники, это современная Франция, современная Бельгия. Италия. Да, Италия, потом частично уже, Германия, но это уже не самый ранний этап. Сначала это были Шампань, это была Бургундия, были представители Бургундии, это была Фландрия, особо сильные, такое, скажем, сборище участников. Это был Иль-де-Франс, так называемый. То есть французами в латинских хрониках называют не вообще всех французов, а французов, а выходцев именно из Иль-де-Франса, королевского домена. Это район Парижа, окрестностей. Затем, соответственно, Блуа и Шартр, это тоже территория, прилежащая к Иль-де-Франсу.
знаменитые рыцари, некоторые участники Третьего крестового похода, Ангеран де Боф, например, француз, это граф Бодуэн или Балдуин, девятый фландерский, впоследствии император, латинский император. Эти люди собираются, и они отправляют посольство в Италию. Ну, да. Венеция, Пиза, Генуя. Ну, крупнейшие морские державы Апеннинского полуострова, которые контролируют торговлю Средиземноморья. Пиза, Генуя, Венеция. Да, вечные соперники. И в этом смысле, конечно, как бы, ну, наибольший интерес представляет Венеция. Она самая мощная на тот момент. Она самая мощная, конечно, постоянно доказывается, оспаривается, там всевозможные да, существуют способы этого доказательства и так далее. Но Венеция так или иначе. И вот эти послы прибывают в Венецию, и идут переговоры, да, о фрахте судов, конкретные суммы, у Венеции все это расчислено, все очень строго, ведется бухгалтерия. Да. Все ходы записаны. Да, все записано, рассчитывается сумма, которую рыцари обязываются выплатить в Венеции. В это время там правит известный дож Энрико Дандоло. Очень крутой мужчина, к тому же слепой. И интересно, по каким обстоятельствам да, он получает свою слепоту. Ну, его ослепляют при византийском дворе. Это традиционная такая византийская забава. Да, увеселение. Ну, там по-разному можно интерпретировать. Неизвестно, ослепили ли его там, или он потерял зрение, там, ввязавшись в какую-то авантюру. Да. Ну, так или иначе, потом это все выставляется так. Вот такой позднейший нарратив. А, собственно, да, немножко забегая вперед, да, как вот известие и вообще как бы миф, конечно, да, в целом о четвертом крестовом походе слагается по определенного рода нарративу. На протяжении многих-многих лет, вплоть до 19 века, когда начинается действительно критическая переоценка происшедшего. Ну да. Вот. И у Дандола есть, видимо, свой собственный замысел. Пока, и там пока очень интересная времени... финансовая ведь ситуация вокруг шахты сложилась. 85 тысяч кёльнских марок потребовали венецианцы. Да. Там ведь все было обставлено очень здорово. Если читать хроники, даже переведенные на русский язык, доступные, в общем, нашему читателю, можно вот получить совершенно интересное описание этих переговоров. То есть венецианцы предлагают... В этом месте поподробнее, да, пожалуйста. Венецианцы принимают посольство. Это посольство от графа Луи Шартерского и Блуа, от Тибо Шампанского и от Бодуэна Фландерского, который, кстати, в списке идет первым. Многие считают, что Тибо III Шампанский должен был быть вождем. На самом деле это спорный вопрос. Вот. Они ведут с ними переговоры. Венецианцы, у них есть какие-то думки, но дож он не абсолютный монарх, скажем так. Он советуется, у него есть совет, который фактически управляет Венецией. Они отлучаются там, на недельное, положим, заседание. Они определяют сумму. И они положили сумму им 85 тысяч кёльнских марок. Это, это суммарный годовой доход французской и английской монархии. По каким-то причинам крестоносцы они соглашаются. Видимо, они рассчитывали на то, что их численность будет достаточно большой. Они где-то на 30 тысяч человек рассчитывали, что каждый внесет некую сумму, что плюс есть сумма, которая выделена Римом, папой. Есть сумма, там, собрана Тибо III, например, и этого им всем хватит. Впоследствии оказалось, что им ничего не хватило, они собрали там, ну, с гулькин нос, малую часть этих денег, и вот тут-то и началось самое интересное. Договор с Венецией, он был заключен в 1201 году. Это было весной. И существует такая вот версия, что в 1202 году, через год, пока войска собирались, пока аккумулировались финансы, венецианцы заключили договор с египетским султаном. Дело в том, что еще Ричард Львиное Сердце по итогам Третьего крестового похода он резюмировал, что следующие подобного рода предприятия своей целью должны иметь Египет. То есть это хорошая база для нападения на Иерусалим, который находился в руках мусульман. И на Западе это на ус намотали.
И крестоносцы планировали обрушиться на Египет. То есть все, вот эти все суда, которые они зафрахтовали в Венеции, должны были отправиться в Египет. Тут получается как? Если в 1202 году венецианцы заключают договор с Египтом, с которым у них торговые связи, никакого резона громить Египет у них нет. И они должны таким образом, если мы исходим из этой версии, они должны постараться сделать так, чтобы крестоносные войска они Египет обогнули. Ну, есть разные. Можно в Сирию, например, сразу отправиться, что многие крестоносцы и сделали, в том числе и Фландерский флот. Но Египет они вроде как должны были обойти стороной. Есть и другая версия. Вот. Собственно, да, проблема четвертого крестового похода у нас как бы раздваивается на два направления, на две подпроблемы. Почему было изменено, да, первоначальное движение и куда, собственно, все это привело крестоносцев? Ну, да. По поводу договора с Малек-Аделем, да, тогдашним султаном, Египту тоже, в общем-то, не все так просто. Дискутировали очень долго. Действительно, сначала там историческая школа обнаружила некие документы. Потом появились опровержения. Споры были о датировке. Первоначальная версия 2002 год, то есть до крестового похода. Потом вдруг обнаружили, что это на 1208 год, то есть после крестового похода. И здесь нет, скажем так, согласия ученых. То есть дискуссия, хотя она практически завершилась, но так или иначе эти даты как бы всплывают. Последующий договор, который действительно Малек-Адель заключил с Византией, давал перспективы на будущее, с Венецией, простите, да, дал Венеции перспективы на будущее, соответственно, давалось даже право там содержать некую колонию в Александрии и так далее, но было ли это причиной изменения, да, этого движения? Это вот, кстати, некий вопрос. Скорее всего, нет. Мне тоже так кажется, по той простой причине, что для начала надо было еще договориться с крестоносцами. Да. Значит, у нас получается несколько сторон, да, вот в этой истории. Вот можно двигать стаканы по столу, можно еще что-то. Крестоносцы, да. Империя еще. Гогенштауфен. Собственно, интересы императоров и королей. Германский интерес в этом деле. Да? Здесь, значит, соответственно, мы получаем вот эти вот как бы, да, перекрестные какие-то векторы, сообщающиеся сосуды, да, вот, да, вот так сдвинули у нас, да. Что у нас есть? Восток и Запад бывшей Римской империи, ну, так или иначе, существующие в разных пропорциях, ну, так или иначе, там и сям императоры у нас сидят, да? Соответственно, здесь империя Гугенштауфенов, и здесь у нас империя Камнинов, потом Ангелов, да, Византия понятно. Есть Венеция и есть некие, вот, так сказать, блуждающие крестоносцы. Есть, да, собственно, тоже сила, которую они должны были оперировать. Вот это главный элемент, потому что это... Это инструмент, да? И при этом еще есть Рим, Святой Престол. Где-то вот здесь, предположим, его нарисуем, да, со своим интересом. И вот все эти интересы входят в очень сложную такую игру. И вот этот вектор как раз крестовых походов, изменений и, наконец, обнаружение финальной цели зависит от игры вот этих вот направляющих сил. Тут надо бы вспомнить, наверное, что дожи еще активно использовали крестоносцев как наемников для локальных разборок. О. Вот сейчас мы будем к этому и продвигаться. Да. Вот у нас крестоносцы. Да. А это, соответственно, как бы меняло приоритеты их пребывания. Еще как? Крестоносцы где у нас находятся? Не на Венеции, а на краю лагуны в Лидо. Да? Ну, наши соотечественники легко, наверное, вспомнят. Это чудесное место. Но если там сейчас люди загорают и предаются всяким таким водным процедурам и морским ваннам, да, то эти просто парились под жарким солнцем. Выплаты оскудели, деньги не шли. Венецианцы люди очень крутые. Их направление как бы реал-политик, да, и никакой романтики. Все, им поставили очень жесткие условия, вплоть до того, что будут морить их голодом и вышибать эти деньги до тех времен, пока, так сказать, не прибудут какие-то еще дотации. Пока не будет уплочено. Уплочено. Святой Престол ведет себя достаточно странно, надо сказать. Несмотря на то, что папа поначалу очень как бы так, ну, декларативно высказался в пользу самой идеи, да, сделал некие ассигнования, снарядил корабль. Он себя сделал этим в первую очередь. Да, но потом как-то вот этот напор со стороны Рима оскудевает. Он понял, что контроль уходит от него. Уходит. Значит, с одной стороны уходит контроль, с другой стороны недофинансирование проекта, как это нынче называют.
развивается. А если проект недофинансирован, он уже обречен априори на неудачу. Хотя почему? Папа одобрил контракт с венецианцами еще в 1201 году. Было посольство, это же его ни к чему не обязывало. Нет, конечно, он мог посмотреть условия и прикинуть. 85 тысяч марок. Он мог, он уже тогда мог понять, что тут затевается, кто будет раздавать карты. Почему, да? Одна из, кстати, подоплек этого Гогенштауфена, империя, это гибеллины. То есть противники власти Рима, противники власти пап и, соответственно, сторонники власти императора. Идет жуткая разборка в империи и на Апеннинах между гибеллинами и гвельфами. Это очень мощные движения, причем люди иногда переходят из одного лагеря в другой, там путаются акценты, но какая-то вот неразбериха. Но смысл какой? Идет по-прежнему разборка между папством и империей. Появляется вождь фактически у крестоносной армии, это монферратский маркиз Бонифаций. У него очень хорошие семейные связи с родами на Ближнем Востоке. Он брат Конрада Монферратского, героя событий, связанных с Третьим крестовым походом. И он связан и с Иерусалимским королевством. И он связан с гибеллинами, он связан с Гогенштауфенами. Он связан с Филиппом Швабским, и эта кандидатура совершенно не может устраивать папу. То есть здесь папа видит, что мало того, что венецианцы получают контроль над предприятием, им еще и руководит человек, который, ну, мягко говоря, не очень лоялен интересам Рима. Венеция начинает входить в курс дела и уже контролировать пакет акций, а начинает диктовать свои условия. Ну, у Венеции свои очень сложные отношения с Византией. Там был взаимный интерес, там были соглашения, но там было и определенное соперничество. И, конечно, здесь надо учитывать еще германский вектор Филиппа Швабского, у которого тоже были свои разборки, свои отношения с Византией. Вот тот человек, который нам сейчас будет очень интересен, который вдруг появляется на этой сцене, неучтенный фактор, царевич Алексей Ангел, да, это родственник. Да. Филиппа Швабского. Это братец его супруги. Очень вертлявый такой. Чрезвычайно человек. Такой игривый юноша, как говорят, с понтами. И мы увидим все эти понты, и как они будут отрабатываться, простите за такую простонародную лексику. Но это именно так все и было. Ну, да. Надо сказать, откуда он, собственно, появился. Я думаю, что он-то и сыграл значительную роль в том, что вот безобразие это и учинилось. Так, ну, сейчас возвращаемся как бы к Венеции. Да, вот такая вот сложная раскладка сил. Да? И венецианцы понимают, что они могут извлечь пользу. Это вот terra ferma, то есть владения венецианские на суше, к тому времени разрастались. Но время от времени появлялись те, кто, так сказать, соблазнялся, покушался и завоевывал их владения. И вот этот вот город Зара, Задар, с которого, собственно, и начинается, это был яблоко раздора. Тогда это отходит к венгерскому королевству. Венгерский король получает контроль над Задаром. Венецианцы крайне раздражены. Но это католический король. Как подверстать, да, свои собственные схемы, свои собственные планы, великую идею освобождения Святой Земли, вытурить оттуда, да, венгерского короля, католика. Вот это, конечно, венецианский высший пилотаж. Дали ли им возможность, так сказать, откупиться на будущее, простив им эти все, да, задолженности колоссальные, которые, в общем, скопились пока за время этого сидения на льду, да, и так далее. Не ясно, наверное, и то, и другое, все там было. Но, однако, крестоносцы у нас двигаются на Зару. Ну, отрабатывать надо. Отрабатывать по полной программе. Здесь еще проблема менталитета. У них был какой выход? Они могли сказать, мы не будем выплачивать деньги венецианцам, и мы никуда не поедем, ни в какой крестовый поход. Но все прекрасно понимали, что это будет позор. Но мы не будем забывать, что все-таки это священная война. Да. Никто этого и не взяв отменяет. На себя крест, да? К тому времени это уже целая модель, целая индустрия. Уже тогда закрепляется за этим название
крестового похода Бренда. Все прекрасно понимают, какое это имеет общественное, политическое значение. Вдруг вы собрались, вы объявили, вы приняли крест, и вы отказываетесь идти, потому что не можете собрать деньги. Отказ от креста – это безумие. И получается, что здесь они действуют по принципу меньшего зла. Да, хорошо, мы поможем венецианцам взять Зару, Задар. Рассчитывали ведь на то, что все обойдется, ну, просто Зара будет сдана, когда люди увидят, что к ним приплыло. Да, И ведь отправлялись послы, если не ошибаюсь, Робер де Боф, французский рыцарь, он уговаривал зарцев сдаться, и были разговоры. Хотя некоторые рыцари говорили, что вы не сдавайтесь, вы сидите. Противники вот этого направления, ведь там раскол произошел в лагере крестоносцев, вы не сдавайтесь, вы сидите, потому что вот есть письмо папы, которое запрещает нападать на христианский город, вы под защитой понтифика, и вы можете сидеть на месте, но здесь недооценка произошла, потому что крестоносцы, которые поддержали этот план венецианцев, они поняли, что сейчас они выполнят это условие, они выплатят часть долга, и все дальше будет в порядке. Они отправятся в Египет, как они тогда. Да, пока еще цель Египет. Еще можно себе представить одно, да, этот выброс энергии. Вот после этого позорного сидения на Лиду, да, всех этих переговоров, вот это вот мужское братство, которое рвалось, да, наружу. И, конечно, здесь уже неуправляемая энергия во многом. Хотя, совершенно справедливо, Рим пытался ее сдержать. Ну, тут надо сказать, что еще две вещи, как мне кажется, сыграли свою роль. Во-первых, в те времена завоевать что-нибудь, даже христианское, в общем, зазорным-то не считалось. Если вспомнить Третий крестовый поход, когда между делом Ричард Львиное Сердце захватил Кипр. Ну да, византийский, но все же христианский, как ни крути. То есть, в принципе, когда они сидели на Лидо или Лидо, они могли и Венецию походя завоевать. Ну так, на всякий случай. Ну, чтобы не отдавать долги для начала. Как это принято было в 90-е годы 20 века. Там, кстати, возникают конфликты определенные между венецианцами и крестоносцами. Там происходят некие стычки, причины которых вот в исторических нарративах, хрониках, которые до нас дошли, они не указываются. Возможно, делили добычу, возможно, еще что-то. На самом деле здесь есть некое противостояние менталитетов. Венецианцы, они свои вроде как западные, христиане, но в то же время менталитет совершенно разный. Там коварные, такой купеческий, как мавры. Да, меркантильный. Ну, а даже здесь для западного менталитета по тем временам венецианцы представляли собой особый совершенно сюжет. Ну, наверное, жители любого из итальянских городов, потому что там реалии были совершенно другие. Там, во-первых, темпы прогресса социального, экономического, они были несопоставимы. Намного то есть больше, итальянские города, они на приличное количество лет опережали французский, английский, немецкий и так далее. И просто можно сказать даже, что крестоносцы, они еще жили эпохой высокого средневековья, а венецианцы, они уже двигались по направлению к меркантильному новому времени. Да, вот, истоки меркантилизма, конечно, там, безусловно. Даже когда мы увидим штурм Константинополя, мы поймем, что это совершенно две разные группы. Одни штурмуют так, эти штурмуют еще эдак. Романтика и высокий идеал, другой бизнес-проект. Штурм Задара был достаточно легким. Единственное, что проблема была вот именно с этой ментальной установкой. Можно ли захватывать христианский город, воевать с христианами, с католиками? Но эту проблему они решили. Сам штурм чисто технически был произведен, в общем, достаточно просто. Была прорвана эта цепь, которая была в Задаре, которая закрывала гавань. То же самое, когда их собственно в Константинополе, да? Та же самая техника оборонная. Никакой проблемы не было, это заняло несколько дней. Другое дело, что потом произошло разделение. Среди крестоносцев определенная часть, в том числе и такая знаковая фигура для высокого средневековья, как Симон де Монфор, участник изначально вот этого проекта, он уезжает в Венгрию. Он абсолютно пропапский человек. В дальнейшем, в 1209 году, он возглавит крестовый поход против альбегойцев, против катаров. И уезжают Ангеран де Боф и Робер де Боф, крестоносцы в энном поколении.
их. Ну, да. Вот. И, то есть армия теряет контингент. Отправляются послы к папе римскому, который разгневан этой ситуацией, и они просят прощения. Папа ведь отлучает от церкви после получения информации о штурме Задара. Он отлучает всю армию и венецианцев, и крестоносцев от церкви. Впоследствии он смягчает свой вердикт. Он отменяет его для крестоносцев, но ничего не говорится о том, что происходит с Венецией. Ну, на самом деле, венецианцам им, ну, грубо говоря, пофиг. Они выполняют то, что они задумали, их интересует вот этот момент, а что там папа, вот это все для них уже в каком-то смысле архаика. Венецианцы номинально католики, но отношения с Святым Престолом, с Римом, очень сложные. И как только Рим начинает их как бы прибирать к рукам, они сразу указывают на Константинополь, что у них вот еще вот этот есть ориентир. То есть это очень сложная игра. Впоследствии это еще проявится после захвата Константинополя. Куда двигаться дальше? И, соответственно, все эти векторы вновь вступают в свою игру. Как раз тогда появляется в Задаре Бонифаций Монферратский. Он не участвовал в штурме, он в это время встречался с папой. И вот тут вопрос, о чем они беседовали с папой? Они продумывали стратегию дальнейшего движения в сторону Константинополя? Да. И насколько Иннокентий вообще собирался доверять ему? Вот тоже вопрос. В то же время в Риме побывал и Алексей IV, царевич, который убежал из тюрьмы, куда его заключил Алексей III. Там в двух словах можно... Ну, это надо развернуть, потому что, это ключевая фигура в падении династии ангелов. Да, у нас папа и сын. Исаак II, император, его сын Алексей, который потом получил такой у нас четвертый. По счету. Кстати, это будет жуткая карусель с этими Алексеями, поэтому приходится каждый раз оговариваться, кто из них какой Алексей. У папы братец, значит, соответственно, дядюшка, да, Алексея IV, тоже Алексей. Только третий. Ну, при этом третий, да, потому что, как бы, считаешь, что по порядку он царствовал до Алексея IV. Что делает дядюшка, да, ну, это известная такая византийская забава. Свергает своих ближайших родственников, себя объявляет императором, над Исааком смертельную угрозу, и, собственно, такая же смертельная угроза над Алексеем. Четвертым. Будущим четвертым. Который спит и видит себя четвертым. Заключаются в тюрьму, Исааку выкалывают глаза, на всякий случай, как водится. Вот. И здесь какой момент очень интересный. Если мы почитаем хроники, связанные с четвертым крестовым походом, западные, то там эта тема Исаака II, Алексея IV обыгрывается в традиционных для западного средневековья моделях вассалитета, сюзеренитета. Алексей III считается узурпатором, Алексей IV считается полноправным императором. Для Запада. Для Запада. И если почитать вот эти рассказы, абсолютно нереалистичные, такие привранные, про Кюрсака или Сюрсака, как они его называли, Исаака II, мы увидим такого героя, который сначала скрывается от преследований Андроника I в церкви Святой Софии, как его провозглашают императором, как наказывают злого Андроника, злой и нехороший Алексей III лишает его престола, заключает в темницу, безобразие, и вот оттуда бежит наследник, и задача Запада – это восстановить вот правильную вот эту систему. Это очень интересная, на самом деле, тема. Как бы концепция империи, восприятие на Западе и на Востоке. Ведь, собственно говоря, что делал Карл Великий? Он тоже восстанавливал законный правопорядок. Да? В этом смысле как бы понятие легитимизма, там, не знаю, в скобках или в кавычках, хотите, на Западе и на Востоке было различно. Для Востока, да, священным было основание, в смысле трон, да, империи. Вот это священное место. А кто туда забрался, это уже другое дело. Ну, тот и молодец. Кто успел, тот и съел, тот и молодец. Да? И как только он попадал туда, он стал священной фигурой. Что, впрочем, не означало того, что когда его оттуда выбьют, да, то он теряет моментально свой этот сакральный статус. Приходит, в смысле, это модель еще той Римской империи, которая продолжала действовать там.
И вот Алексей IV убежал на Запад, в Рим, то бишь. Самое привлекательное, что он мог предложить Святому Престолу, Иннокентию III, вообще крестоносцам как таковым, это модель воссоединения церквей. И вот это входило, простите, в набор тех понтов, которые вместе с собой из Константинополя Алексей привез на Запад. И на это клюнул Иннокентий III. Понятно, ужас, который им овладел после получения известия о разрушении Задара, о том, что меняется траектория движения, и его замешательство, сначала, так сказать, грозное осуждение, потом вот как бы ход навстречу, потому что как бы проект должен развиваться, и снимается интердикт с крестоносцев, да, возобновляются все те гарантии, там, индульгенции и так далее, которые были с ним обещаны как участником вот этого, да, священного проекта, вот, и принимаются во внимание те условия, которые предлагает Алексей, если он возвращается на трон. И то, что а предлагает... на троне в это время сидит Алексей. Его дядюшка. Дядюшка Алексей, который третий. Который совершенно слезать с него не собирается. Причем, что делает Алексей, да, который четвертый, да, который племянничек. Он рассказывает, как его любят в империи, что за ним там стоят войска, что крестоносцы будут встречать корабли на подходе к Константинополю. То есть плевое дело. С цветами, да. С цветами, хлебом, да. Женщина солью. Будет чепчики бросать. Кстати, да. эти летящие чепчики потом у нас прочтутся в хрониках, да, крестоносцев. Да, да, да. Они это страшно любили. Вот. То есть все, как бы, да, уже ну, проще, да, пареный реп. Приехали, сделали там 2-3 телодвижения, и Константинополь ваш. А дальше я вам даю там корпус военный в течение года, вам будет 10 тысяч. Да. Да. Я возвращаю вам долг. Все долги. Которые, все то, что вы должны мне отдать, все, да. все даю. То есть совершенно шикарные условия, которые вообще не знала история Византии. То есть те условия, которые сулит Алексей, который царевич, который четвертый будет крестоносец. Алексей III не попробовал договориться на тех же условиях с крестоносцами. Вот он действующий император, вот у него все есть, и деньги. Но он ведь недооценил, кроме недооценил. Того, крестоносцев, потому что когда они уже подходили к Константинополю, мы можем себе представить, это Босфор, Золотой Рог, входит эта венецианская армада, и Алексей III не будет делать ничего. Он решил как? Ну вот... Константинополь стоит уже много веков, он устоит и сейчас. И впоследствии вот, у него не было программы действий, и это сказалось на его дальнейшем поведении. То есть он не ожидал штурма? Или он вообще сложно сказать, а чего он ожидал. Да. Может быть, он ощущал себя временщиком, может быть, что-то еще такое. Но его поведение парадоксально по своей нерешительности. Вообще непонятно, что он хочет. Да? При этом еще один момент, да, когда вся эта шикарная венецианская армада вплывает, да, то что такое Венеция в данном случае? Венеция – это стратегический партнер Византии, который выполняет военные поручения, торговые поручения, который знает как свои 5 пальцев, да, Золотой Рог. То есть для них как бы обратная военная операция, ну, не представляет вообще никакого труда. Это их, как бы, ну, почти родное поле деятельности. То есть вся, так сказать, военная стратегия была венецианская. Она могла обернуться и против крестоносцев, да, предположим, если бы в данном случае Алексей III переиграл, да, крестоносцев. Mm-hmm. И, а теперь она обернулась в другую сторону. Тем же доспехом, да, только другому почелу. Здесь ведь что важно? Когда крестоносцы, венецианский флот останавливаются в Скутаре, то есть это на другом берегу Босфора, это район где-то Халкидона, к ним прибывает посольство от Алексея III. Это, наверное, такой единственный осмысленный структурно вот, шаг. Он отправляет посольство во главе с итальянцем Никола Росси, проживавшим в Константинополе. Он приходит к крестоносцам и, собственно, предлагает им переговор. Он говорит, вы христиане, мы христиане. На это делает упор. Опять же, здесь какой менталитет? Зачем нам воевать вместе? Давайте вот мы соберемся, я вам опять же там отстегну. Все обещали отстегнуть, хотя казна на самом деле она была отнюдь не полна.
Константинополь. Все говорили, да, потому что какое восприятие у людей с Запада, которые бывают в Константинополе, им дарят богатые подарки. Вот знак, значит, там много денег, значит, они могут еще больше дать. При этом отметим, да, что все-таки в средневековом европейском сознании Константинополь – это действительно… Второй Рим. Это хоть и второй, но вот эта вот зависть и некий комплекс неполноценности на Латинском Западе, там все-таки вот как бы варварство с точки зрения византийцев, да, Константинополя, ромеев тех, западные люди – варвары. Это величие империи, который город ну, фантастический по своей красоте. Ну, по тем временам. Да, до 1204 года. Да, я думаю, что и по нашим тоже, в общем-то. Если немножко там пластиком поработать, об этом не будет. Вот возвращаясь, если в Скутари, где они находятся, крестоносцы дают довольно такую жесткую отповедь посольству. Дескать, пошел прочь узурпатор. У нас здесь истинный наследник престола, и эту отповедь им дает будущий император, который через 10 лет станет императором. Это Конан Бетюнский. Дипломат, известный такой деятель или Латинской империи, он говорит Никола Росси, что мы не принимаем условия и попробую еще раз, дескать, с такими здесь появись. И после этого дальнейшее развитие событий, в принципе, предрешено. Понятно, что будет штурм, который, собственно, через какое-то время начинается с захвата башни Галата, Лахерн, датская башня. Подходит к участку стены, за которой находился Влахернский дворец. Это, собственно, так называемая рукав святого Георгия, золотой рог. И начинается осада. Осада ведь ведется в двух направлениях. С моря город штурмуют венецианцы. Именно им принадлежит заслуга фактически захвата Константинополя. 25 башен настенных. А ведь Константинополь никто не смог взять штурмом еще со времен, когда Феодосий II, император, воздвиг вторую стену. Это было абсолютно немыслимо. На стенах стоит бригада англо-датских наемников. То есть французы и бельгийцы воюют с англичанами и датчанами за Константинополь. Венецианцы... Романо-германский конфликт. Да, да. Осадные орудия. Они используют лестницы, которые прямо с кораблей направлены на башни, по ним они атакуют стены. А на суше высаживаются франко-бельгийские войска, делятся на 7 отрядов. В авангарде Бодуэн Фландерский, в арьергарде вождь Бонифаций Монферратский, там Бургундская бригада, Шампанская бригада. И вот здесь можно вспомнить хронику Робера де Клари, пикардийского рыцаря. Он в политических моментах смыслил, может быть, не так много, но вот некоторые описания дают очень красочные, которые позволяют понять менталитет западных рыцарей. Войска крестоносцев располагаются вот у этой стены, у участка стены возле Влахернского дворца. Там течет небольшая речка, каменный мост. Навстречу выходит Алексей III с войском. Решился все-таки на вылазку. Народ требует. И Робер де Клари пишет, и мы мчались на своих конях настолько прекрасно, и женщины из окон Влахернского дворца смотрели на нас. То есть здесь этот вот выпендреж, он... Куртуазный шик, да, там, он... это рыцарская культура, да, это как понты дорожные. Настолько характерен. Читая эти тексты, ну, как-то современному человеку сложно сопоставить, что эти люди, они могли устраивать какие-то действительно куртуазные так, турниры, обмениваться подарками, через день они могли отрубать друг другу головы, выбивать друг другу зубы. И на все это смотрели женщины из окон Влахернского дворца. И то бросали есть, чепчики. Да, и бросали чепчики. Но Алексей III вышел навстречу, и дальше как-то вот красота была нарушена, потому что он постоял на берегу речки, посмотрел на войска крестоносцев и решил, что не сегодня. И вернулся в Константинополь, за что его ругал известный историк византийский Никита Ханиад.
абсолютно непонятный поступок. Причем, ну, в принципе, Алексею Третьему, при том, что, конечно, был кризис кадровый в армии, было по силам с такими укреплениями дать отпор. И нужно сказать, что сам Алексей Третий очень удивлялся, что народ дает вообще отпор какой-то. То есть было желание остановить западные войска. Ну, да, желание оказалось недостаточно без должного руководства. Ведь Алексей III, после того, как венецианцы взяли 25 башен, после того, как им удалось прорваться в город и высылать коней оттуда на помощь французам, шампанцам и крестоносцам, он просто сбежал из города. Он решил, что все это временно. Все это время. Причем оставив жену и детей в Константинополе. Отношение населения это понять можно. Белые придут, грабят, красные придут, грабят. Тут это реалии средних веков. Так, да, кто бы ни пришел, все равно ограбят. Но... Пришли крестоносцы в Задар, ограбили. Пришел там кто-то еще, опять ограбят. Собственно, это имущество жальче, поэтому менталитет и логику этих людей понять можно. Конечно. Вот здесь интересная ситуация, знаете, в чем? Все происходящее напоминает схему взаимоотношений, которая описана Ливингстоном и Стэнли при построении взаимоотношений с туземцами. Понимаете, в данном случае... Роль туземного вождя принадлежит главе крестоносцев. А роль западного путешественника, там Стэнли или Ливингстона, принадлежит Алексею Третьему, императору византийскому. Что они объясняли? Когда ты приходишь с дарами к туземному вождю, они должны быть такими, чтобы они не оскорбили достоинство этого вождя. Потому что иначе ты можешь услышать, что я, собственно говоря, обладаю достаточной силой, чтобы насадить твою голову на копье и забрать все твои подарки. Поэтому предложение должно соответствовать тому статусу, которым ты обладаешь в глазах данного туземца. Не переборщи. Нельзя не додать, но хуже, если ты передашь. Так вот, в данном случае... Крестоносцы находились именно в положении туземного вождя, которому предложили больше, чем можно было предлагать. Потому что после этого он понимает, что за ним сила. И, собственно говоря, нафиг ты мне сдался? Я и так это все возьму. Византийские чиновники, они... Номенклатура. Да, они вырабатывают собственную программу действий. Они вызволяют из тюрьмы Исаака II слепого. Отца Алексея IV. И когда Алексей IV с вот этой вот ватагой входит в город, батюшки, а отец-то, вот он на троне, собственно, за что боролись, того может все карты. Не быть. Да. Это такой достаточно грамотный ход. Ну, абсолютно с одной византийский. Стороны. И Алексею IV наступает полный облом. Абсолютно. Да. Но причем батюшка вначале же говорит, что я ему говорю, что вы расплатитесь с нами, ведь мы сделали такое одолжение, вообще провели вашего сына, и так далее. Он говорит, в принципе, я готов заплатить, только откуда я возьму эти деньги? И вот начинается мучительный поиск средств. Алексей IV, он блефует, конечно, долгое время. Крестоносцы, нужно понять, что они находятся уже в Константинополе. Они по мелочи где-то грабят, безобразничают. Естественно, у греков их поведение вызывает неприятие, совершенно естественно. Традиционная ненависть, которая тлеет, теперь начинает разгораться. Да? Популярность Алексея IV никакая. Еще когда не начался штурм города, крестоносцы на кораблях возили его вдоль берега и показывали грекам, вот ваш император. А на что греки, собственно, разводили руки и спрашивали, а кто это такой? Кто он такой? Вот у нас есть император. Здесь нет никакой популярности, потому что он пьянствует с крестоносцами, он ходит к ним в лагерь, он совершает какие-то вылазки для отвоевания константинопольских земель вместе с ними. То есть в сознании рядового грека этот человек, он не совсем свой. К тому же, потому что он с католиками. Западное облачение, он слаживает в европейском платье,
И это очень серьезный такой момент. Да, в общем, он неправильно себя позиционировал по жизни. Да. Имиджмейкеры как-то плохо потрудились. Плохо, да. И тут возникает ситуация, что крестоносцы уже фактически в городе, слепой папа Исаак на троне. Соимператор Алексей IV, есть такое соглашение, что он становится соправителем. Вроде как, да. А двух императоров, как известно, не бывает. В общем, ситуация складывается неблагополучная. Крайне запутанная. Да, но одна вещь совершенно очевидна. По счетам крестоносцам надо платить. И никуда ты от этого не денешься. Венецианский счетчик уже включен. Мало и того, венецианский, и сам Алексей IV много чего понаобещал. Так все, надо отдавать. Нужно отправлять войска в Египет. Нужно, да, возвращать долг. Нужно, в конце концов, объединять церкви. Где? Вот ты, собственно, император. Где объединение церквей? А духовенство византийское, оно, естественно, никак не за. Для них папа – это... Это варвар, и, собственно, почему эти люди... Вот мы заметим, да, что все проекты унии, да, практически все политические предложения об унии носят преимущественный политический характер. Они исходят от императоров. Патриархи здесь, в общем-то, совершенно не, как бы всерьез не озабочены этими всеми объединительными проектами. И что в результате получается? Да? Патриархи могут тормозить эти проекты. Ну, сейчас мы еще дойдем до самого главного и увидим, что даже на первоначальном уровне уже видна обструкция греческого духовенства. А потом это просто полный остракизм. И в дальнейшем разные объединительные проекты, когда империя перекочевывает разные, да, там Трапезунди, Никейская империя, вновь возобновляются политические переговоры с Римом об унии, но балласт – это духовенство. Инициаторы – это политические власти. Церковных иерархов понять можно, ведь если объединяются два предприятия, то не может быть двух генеральных директоров, двух главных инженеров, двух главных дизайнеров, там, двух там, председателей профсоюзов. Обязательно должен оказаться кто-то один. Значит, интересы духовенства в данном случае, они так или иначе будут страдать. А ни одна, ни другая участвующая сторона в этом, конечно же, не заинтересованы. Вот. И вот это вот стоило бы особо, наверное, как-то сейчас обсудить, ну, в пределах возможного. Ну, да. Потому что на Востоке и на Западе империи, соответствующие, да, в греческой и в латинской церкви складываются разные модели церкви. Если для Запада это уже достаточно жесткая такая вот пирамида. Вертикальная, да, власть. Угу. Это пирамида, где наверху, понятно, римский епископ, который является универсальным епископом для всей церкви. То есть имеет практически прямую юрисдикцию над каждым епископом. То для Востока это бабушка надвое сказала. Автономия, разные патриархаты, отношения довольно сложные. Ну, как бы первый среди равных Константинополь, как имперский город, хотя и он не может вмешиваться в дела других патриархатов, не говоря о том, что как бы есть некий вообще универсальный епископ, совершенно вот такой, да, вот точечной юрисдикции над каждым практически. Ну да. Что из себя представляла модель единой церкви, до сих пор идут споры, да, какова была власть Рима, во что он мог вмешиваться, я имею в виду Вселенские соборы, апелляции к Риму и так далее. Да? Что здесь происходит? Для Рима уже актуальным становятся, собственно, западные дела. И представление о том образе жизни церкви, который сложился на Западе, является оптимальным. Латинский обряд, формирующееся каноническое право, облачение и так далее, и так далее. Да? И вот мы видим в дальнейшем, как разворачивается этот проект объединения. И Иннокентий III на первых порах, ну, мы сейчас забегаем вперед, но мы, понятно, потом дойдем до этого уже сюжета, в общем-то считает, что греков надо привести к латинскому знаменателю. Была вот такая, да, идея редукцию грекорум ad obediencem, приведение греков к послушанию. Но не только к послушанию к Риму, но и к той церковно-культурной модели, которая сложилась на Латинском Западе. Латинский обряд является единственным аутентичным обрядом Вселенской Церкви. И греков начинают зачищать под латинский такой вот манер. Чего они, естественно, не хотят. Они не хотят. Да, ну, собственно, в январе 1204 года крестоносцы отправляют посольство к Алексею IV. Они требуют, чтобы он выполнил то, что он обещал. Алексей IV честно признается, что ничего выполнить он не может. И толпа просто прогоняет
латинин, людей с Запада, варваров из дворца. Параллельно с этим толпа... Громит. Да, она громит город, она движется в храм Святой Софии, да. Она находит некого Николая Канаву. Канаву, которого, да, да. И провозглашает его императором. То есть ни Исаак II, ни Алексей IV уже не актуальны. Император Плебс. Да. В это время фигура. Алексей V. Тот, кто станет Алексеем V, Мурцуфль, как он зовет, или Мурцуфл, да. Или Алексей Дука, из рода Дуков, он врывается во дворец, он пленяет Алексея IV, пленяет Исаака II, душит Алексея IV и становится императором. Он был ставленником как бы такой антилатинской, да, антизападной партии. Именно на этом он выехал. Латинине вытесняются из города. Все. И начинается уже погром. И вот здесь происходит, да, здесь происходит, зарождается проект захвата Константинополя. Mm-hmm. Раньше это было возвращение власти Алексею IV. Здесь самостоятельный захват Константинополя. Выборы императора, выборы патриарха. Заключается джентльменское соглашение между крестоносцами, естественно, между французскими, да, силами и венецианскими. Кто, сколько, какие советы, как избирается император, как избирается патриарх. То есть та сторона, которая не избирает императора, та избирает патриарха. В ее руках находится капитул уже как бы латинский, по латинскому образцу созданный Святой Софией, и в дальнейшем развиваются все эти схемы. Назначается такая, коллегия из 12 Выборов. Происходит захват города. Тоже начала. Достаточно быстро происходит, нужно сказать, потому что здесь силы уже, в принципе, были неравны. То есть, опять же, венецианцы захватывают башни. Там два было приступа. Первый неудачный, который в войске объяснили, естественно, божьей волей, и были произведены некие обряды, там, покаяние и так далее. После этого захват идет, штурм идет уже удачно, венецианцы врываются в город, французы, происходит захват. Алексей V, он, соответственно, из города бежит. И, собственно... Еще один, кстати, император появляется. Феодор Ласкарис. Ласкарис неожиданно. Еще один. Возникает. Это все среда такая чиновническая, придворная. Там все братья сватья. Для крестоносцев это все узурпаторы. Да, это как бы подтверждает вот их праведный гнев. Но в то время они уже, наверное, даже не мыслили такими категориями. Они поняли, что здесь все, да, все уже плохо. Умер к тому времени Алексей IV, Исаак II, и к тому же они не выполнили свои обещания. Все, нужно взять все в свои руки. Уже истощены силы Варяжской гвардии, которую Феодор Ласкарис призывает к тому, чтобы она вела бой, но они просто... уже не в состоянии этого делать. Происходит захват города. И разграбление. Он отдается, как водится, на разграбление. Дня, хотя греки просят пощадить, да, Балдуина, но здесь уже он не может сдержать войско. Это просто невозможно. И если венецианцы, они грабят город точечно, они разбирают, они знают толк в искусстве, они знают, что можно увести, мощи, реликвии, иконы. Что касается крестоносцев, то тут никакой структуры, никакой рациональности, логики нет. Просто идет разрушение, деструкция, насилие, грабеж, пьют вино из литургических сосудов, блудницы приходят в храмы, насилуются монахини, и Никита Ханиад пишет, что сарацины вели бы себя более пристойно. Итак, 13 апреля 1204 года Константинополь пал.
Четвертый крестовый поход кончился не начавшись. Крестоносцы не достигли ни Египта, ни Святой Земли, ни гроба Господня. Зато состоялось позорное событие – разгрома своих собратьев по вере. Я благодарю моих гостей Алексея Юдина и Станислава Минина. Думаю, мы еще продолжим тему походов. А на сегодня наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами, чтобы увидеться с вами через неделю в рамках программы «Час истины» на канале 365. До свидания.